Турнир по волейболу объединил девушек и юношей 2006 года рождения. Всего за победу боролись 12 команд. Все они показали высокий уровень подготовки. Но анапские волейболисты в очередной раз оказались самыми сильными. Финальную игру с командой из Курганинска завершили со счетом 3-0. Мне понравилось, как мы сыграли. Мне кажется, что она всегда будет занимать первое место, потому что мы стараемся на тренировках, чтобы всегда играть на первое место. Это, конечно, будущее нашей Анапы. 6-й год рождения, очень сильные девчонки. Так что у них все впереди. Вторые места у Астрахани и Курганинска. Третьи заняли спортсмены из Анапы и Новочеркасска. В каждой команде был награжден лучший игрок, связующий, нападающий и защитник. Независимо от результатов турнира, спортсмены получили возможность проявить себя и обменяться опытом. Очень мы довольны уровнем команд. Все команды одинаковые, все очень интересно, здорово играют. Ребятам очень нравится. Сейчас каникулы проходят. Поэтому они заинтересованы. По словам организаторов, турнир стал отличной подготовкой к дальнейшим соревнованиям. Уже 23 июня стартует первенство профсоюзов России. Анапа снова рассчитывает показать высокие результаты. Ольга Родина, Татьяна Филатова, Михаил Григорьев, Анапа регион.